Приветствую всех из солнечной Молдавии, из нашего любимого Приднестровья. Тема сегодняшнего видео — перепела, белый голландский гигант. Этим перепелятам 12 дней, думал, грамм 70-80. Смотрите, как им жарко в брудере, уже заняли все пространство. Я уже штук 30 перенес в большой брудер. Сейчас взвесим, беру первые двух попавшихся. Вот весы. Давай сюда. 116. 114. Переводим более просторный брудер. Обязательно доступ к воде. Здесь ниппельные поилки с подкислителем. Подкислитель. Задавайте вопросы, расскажу. 12 дней, ребята. 120 грамм, 10 грамм в день. Будет здесь, значит, кормушечки. Корму индюшиным комбикормом. Пропойки никакие не делал. Смотрим, что получится. Вот, перевел. Ну, здесь брудер для подросших перепелят. И внизу такой же. Где-то недельку, 10 дней они здесь побудут. Весят уже 120, 130, 110 грамм. Жарковато. Не жаркие. Самое главное — вовремя все делать. Вот 12 дней, 120 грамм, средний вес. Отличный результат. Индюшиный комбикорм Куадайс Дениса на Гермесе. Либо бройлерный. Но простой. Им подходит, но они не будут так сильно набирать. При условии, что такая жара, они набирают. Вот вообще ничего не грею. Они сами себя греют. Им все равно жарко. Расселись, но все равно доступ кислорода нормальный. У них должен быть в любое время доступ к воде. Смотрите, ставил бутыльки, корм. Здесь бункерный, извините, кормушки. Здесь бутылек, плюс ниппельные поилки. Сейчас жара пройдет. Все равно набивается в углы. Думаю, все будет. А здесь у нас несушки. Смотрите, какое несут яйцо. Ну, это на инкубацию не идет, потому что нет мальчика. Яйцо крупное. А здесь фениксы. 7-8 месяцев. Только на яйцо. Мясо резать нет смысла. Они уже жесткие. Может быть, или кому-то отдам, либо зарежем собаки. Но на еду они не годны. Параллельно у нас здесь брудеры немые утята. Боже, посмотрите, какие красавчики. Самая выгодная утка. Сама села, сама вовы. Смотрите, 4 дня, и они уже большие. Занимайтесь птицей. Брудер, посмотрите, вот этот 60 на метр 20 до 100 штук маленький. Сеточка какая была, сантиметр на сантиметр. Все должно быть вот так. Многие обижаются, мало выставляю информации. Задавайте вопросы, ребята, я готов отвечать. Посмотрите, им уже здесь более-менее, чтобы они росли. Корм, вода, свет, доступ кислорода. Они уже сами, как маленькие греки, обогревают себя. Всем удачи, скорых встреч.